Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Беловива», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется велосипед торговой марки «Бергамот». Модель называется «Грандурас CX Team». Эта модель относится к классу «Гравию». Это класс ответвления кроссового, циклокроссового велосипеда с последующим увеличением агрессивной езды под агрессивную езду. Данная модель, данный класс велосипедов «Гравий». Стоит отметить, почему так называют. В кроссовых велосипедах идут вилки передние с минимальным углом наклона, фактически острый угол. В циклокроссовых велосипедах есть уже небольшой угол, который позволяет легко пересекать какие-то уже пересеченности, какую-то неровную дорогу, брусчатку. В этом классе велосипедов идет максимально уже большой угол атаки вилки, тем самым велосипедист сидит уверенно, а не на переднем колесе. Таким образом, посадка позволяет велосипедисту легче пересекать неровности, какие-то бордюры, прыжки. Ну и, конечно, все-таки велосипед данный заточен на езду по прямой дороге, по асфальту. Это все-таки жесткий велосипед, жесткая вилка, ригидная вилка. Ну, в описании следующее стоит сказать велосипеда Grandurass CX Team. Что карбоновая рама, сам велосипед весит 9400, заявленный вес производителем 9 кг. Но данная модель в ростовке 53 сантиметра, как мы видим, весит 9400. Это без педали. Ну, данные велосипеды комплектуются, к сожалению, без педали. А может быть и к радости. Ну, в описании следующее стоит сказать. Размер колеса 28 дюймов. Покрышка имеет яркий такой жесткий такой протектор, который хорошо будет держать по пересеченной местности. Ну, также, мы понимаем, это связано с этим и увеличением угла наклона самой вилки. Спицы идут из нержавейки, оба двойно усиленные, ниппель, камера идет под стандарт велосипедной камеры, то есть тонкий, хороший, надежный ниппель. Комплектуется с рэмом, это Apex 1 у данного велосипеда, тут Apex и переключатели, и монетки, и шатуны, вся система относится к классу велосипедов SRAM, оборудования Apex, Apex 1. У велосипеда идут тормозная система с ротором 160 мм. Данная тормозная система хорошая, облегченная, как мы видим. Гидравлическая система тормозов. Также здесь идут втулки с полыми осями, то есть здесь эксцентрик полый, он не вставляется, как обычно, а тут уже идет система облегченного с четкой установкой самого колеса в систему. У велосипеда, как мы видим, спереди идет одна звезда, а также мы видим от системы Apex. Но есть возможность установки сюда и переключателя переднего, есть специальная система. Задний Apex 1 переключатель от компании SRAM на 11 звезд. Причем сзади стоит кассета, передняя малая 11, большая 42 зуба. У велосипеда идет камера, ну так же как и спереди, я вам хочу сказать, очень надежная, уверенная. Сидушка очень комфортная, мягкая. Данная ситуация тоже класс. Также нужно дать должное и рулю, который имеет дуалы. Дуалы сами по себе наклонены в сторону, что и опять же таки говорит заточенность велосипеда на скоростную езду и на езду по пересеченной местности. Ну, также нужно дать должное. Стоит брызговичок маленький, приятно, комфортно спереди. Рулевая здесь идет. Конусная. Тут стоят конусы, tapered, как называют ее на английском языке. В общем, данный велосипед легкий, надежный, комфортный. Если вас заинтересовало, обращайтесь в наш киевский спортивный магазин на бульваре Перова. Готовы всегда сотрудничать с постоянными клиентами. Понравился данный ролик? Пишите отзывы. Заходите к нам на сайт, оставляйте постоянным клиентам. Предоставляем скидки. До скорых встреч!